Всем привет! Сегодня я расскажу, как готовлю домашний квас. Для этого нам понадобятся такие ржаные сухарики. Можно брать любой такой темный хлеб. Бородинский очень хорошо. Попадался мне ржаной с изюмом. Вот в данном случае у меня хлеб с брусникой. Ну, такой появился, думаю, ягоды будут не лишние. Режу я его вот такими довольно крупными кусочками и просто подсушиваю. Вот, еще нам нужен будет изюм любой и сахар. И, естественно, кипяченая охлажденная вода. Как мы делаем квасик? Итак, трехлитровую баночку засыпаем вначале сухарики. У меня все произвольно. Значит, вот на трехлитровую банку сухари, ну вот так, чтобы донышко закрыто было. Так, дальше добавляем так жменьку изюма. Тоже все очень произвольно. И засыпаем сахара. Ну, честно сказать, не знаю сколько, ну, грамм где-то 70, может до 100 грамм. Чтобы не очень сладко было, ну и в то же время вкусно. И заливаем мы все это, как я уже сказала, кипяченой водой, которая остывшая. То есть вот так вот наливаем полностью баночку. Вот так, совсем до конца не доливаем, ну, вот так до горлышка. Накрываем крышечкой и отставляем на 2-3 дня холодное, ну, прохладное, скажем так, летом тяжело найти что-то холодное, темное место. Ну, у нас это ванна, потому что у нас другого такого прохладного темного места нет. Если у вас есть погреб, то вам намного больше повезло. И будет вот почти 3 литра вот такого прекрасного натурального домашнего кваса. Нам теперь его осталось только процедить через ситечко, чтобы не попадали нам эти крошки, и поставить в холодильник, чтобы он охладился. Всем приятного аппетита! Пока-пока!